Сегодня во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. По этому случаю в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошла ежегодная интерактивная акция «Коррупция. Я против». В церемонии открытия и пленарном заседании принял участие председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Именно офшоры – это прямой источник коррупционных деяний и сопредельник для коррупции, которые мешками ввозятся, мы это знаем, именно из офшоров. И здесь те меры, которые сегодня принимаются, они правильные, но совершенно очевидно, конечно, недостаточно. Особенность заседания в том, что на одной площадке помимо государственных деятелей собрали представителей трех поколений X, Y, Z, и каждый поделился своими идеями, как остановить коррупцию. Все согласились, что взяточничество мешает развитию предпринимательства в стране. Мы считаем, что, конечно, не должно быть никаких сроков давности для коррупционных деяний и преступлений. Конечно, никаких досрочных условных освобождений коррупционеров. Ну и, конечно, мы настаивали и будем настаивать на введении реальной конфискации имущества у осужденного коррупционера, вина которого доказана, и не только у коррупционера, но и у его родственников, у членов его семьи. По всеобщему мнению, необходимо чаще рассказывать о коррупции, привлекать граждан к участию в антикоррупционных мероприятиях и принимать более жесткие меры для тех, кто берет взятки.